Нормально, снимай, снимай. Это хуя чего где, по-моему. Я тебя поведу попросить, а потом покажу. Вот здесь ведется постоянный обстрел. Видишь, вот ангар загревший. Он налево, глянь, бочки загревшие. Ночью была атака на нас, ты знаешь об этом? Нет. Да, танками из 140 пехоты. Всех положили, кроме 20 человек. А остальных 120 человек положили всех. Да ладно, аккуратно, не будет, нормально. Алло, ну погнали, больше газу. На, вот. Давай, вот, давай. Вон аэропорт, смотри туда. Наш танк стоит, видишь? Вчера сюда залетело пару миль. Загорелись эти грузовики, буквально вчера. Вот сюда, дня два назад, залетел снаряд танковый, пробил это все, пробил три стены, ну, парню мозги, бошку. Но дело в том, что... Вот здесь вот, сука, можешь из-за меня вот так вот. Смотри, вот это зеленое, ну так, зеленочка, уже обгоревшая. Вот там сучара в люке сидит, стреляет. Вот отсюда. Понял? Вот эта вышечка, видишь, пошли дальше. Там БМП сгоревшие ихние, БМД сгоревшие, все это наша работа. Вот это старый терминал ихний пока что, позиция. Вот это перед тобой новый терминал, да, дальний, видишь? Вот этот дальний. Вот этот... А вот видишь, вышка справа чуть привет от него новый. Ну это, короче, наша работа, потому что мы не специально получили. Мы не хотели, они первые начали. Знаешь, я как себя, у Спарты девиз там, где мы, там победа, а это у Сомали там, где мы, там разруха, блядь. Пойдем в сам. Пожарной техники сколько? Да, это этот ВАЗик недавно подъехал, спалили его. Вот этот, да. Собственно, по ним они ходят. Там заезжает танк. У них тоже там для Уралов специально разработано было, чтобы туда заезжает танк их не выезжает, иногда по нам стреляет. Вот оттуда. Угу. То есть коммуникации позволяют бронетехнике заходить? Ну немного, там один вроде танков. Остальные все пожгли. То, что у них появляется, оно долго здесь не живет. А то, что у них осталось, они очень сильно берегут. И с такой дистанции стреляют, что мы просто, допустим, с такого оружия, которое у нас, РПГ, не можем пока достать. Но если ближе подберется, конечно, мы его разберем. А броню танка пробивает? Пробивает. И гусеницу сбивает. Смотря сколько раз БТРы точно сжигает. Ну так, в принципе, все. Вот этот старый терминал нам не дает пока. Потому что его прикрывает артиллерия. Мы начинаем заходить. Ну, воги, соответственно, гранаты у нас летят. Ну, надо его, короче, заградить нам, чтобы нас не видно было оттуда. И делать все, что нужно для этого, чтобы его взять. В этих зданиях, которые впереди, да? Да, вот эти здания, у нас дочищены. Гостиница. И винтовка. Вот эта винтовка, там много формы, даже есть ордена милицейские, которые они побросали. Тоже с той стороны наши тоже. Вот это Авдеевка уже, там Пески, там где Укры. Там, говорят, бои идут тоже хорошие. Сейчас бои идут, да? Да. Ну сейчас, ну так вот, видишь. Оно так вот с
переменной активностью, как так сказать. Ну, говорят, мне говорили, что там хорошие бои идут. Их бы отрезать от этого снабжения, Пески и Авдеевку. И они бы сами здесь сдохли. Но, видимо, там слишком много техники. Где прикрывай? Вот, его прикрывай просто. Здесь, да? Да показать! Вот, смотри, там новый терминал. Это нейтральная территория. Вот. Между ними и нами. Можешь вот смотреть. Вот он уже слева. Ну, с этой стороны показали, откуда они огонь идут. Куда дальше я уже начинаю Да, я появился. Поехали? Да, мама, поехали. Мама, да, дашь пиццы. Я понял. Какую? По наглому давай. Куда вообще побьем все нахуй? Нормально. Идем. Нормально будет. Могу сказать честно, знаешь, что мне радует? Тут хоть мирных жителей мало. На аэропорту вообще почти никого нет. И мы этот аэропорт могли взять, что хуй да. После ловать какие-то нас сюда, блядь, мы взяли его взяли. На свой контроль. Почему-то решили держать дальше. Пусть держат. И нас 5 утра тут долбили уже, кому только не лень, долбили уже. И гады, и ураганы, уже, и тут нам 5 часов вечера смотрят, дежурный. Будьте внимательны на вас, отворачивают гады. И войну вам подвело телефон. Вы и дебилы кончили. Только ему позвонить, тут не звонят. Такой же информации. Тут меня уже зашторило, блядь. Я командир расчета. Гаубица Д-30, которая, в принципе, многое помогло, отбило, так сказать. Ну вот сейчас мы работали по аэропорту. Ночью на старый терминал дергались, так сказать. Пытались прорваться, да? Пытались, да, прорваться. Ну, открыли огонь, а с Авдеевки открыли уже Панаму. Ну вот вчера стояли подписку и остался один снаряд. Нет, не было снаряда. И один единственный снаряд, ну, последний остался, ударили по Авдеевке. И попали, ну, как раз с одного и упрямом задания в технику.